Готовим селянку сборную мясную. Правила приготовления. Поставить вариться белый бульон из говядины. Пока бульон варится, изжарить мякоть телятины от сека лопатки. И рябчиков. Ну, у нас рябчиков нет, мы колбасы возьмем. Колбаски. Да? Какие? Колбаски из свинины с вялеными томатами и орегано, угу. И колбаски с копченой грудинкой. Это... Да, каждый рябчик, я считаю, мечтал бы стать этой колбаской. Конечно, да. Нарезать его бланкетами. У рябчиков, ну, в данном случае у колбасок, снять все мясо с костей, а у нас колбаски без костей. Значит, ничего не снимаем. Ничего не снимаем. И кладем бульон. Маринованные грибы нарезать тонкими ломтиками, оливки очистить винтом. Ты умеешь чистить оливки винтом? Научимся. Мне кажется, смотри, это вот так вот. Вот ты начинаешь, и как бы вот под наклоном, мне так кажется, и так режешь, смотри. Она тогда, по идее, смотри, видишь, она там вот так винтом раз, и все, и от косточки она отделилась. Так, корнишоны нарезать кусочками, кружочками, извините. И все эти маринады спассеровать на масле. Не указано, каком, на сливочном? На сливочном, конечно. Отлично. У нас будет более, как они писали тогда, экономический рецепт. Экономический рецепт. Хорошо. Ну, а какие там травы? Это душица, тимьян, розмарин и аиры, другие вот такие вот травки. Мы обойдемся тимьяном, розмарином и эстрагоном. То есть по нашему тархунову. А травки мы туда кидаем или мы будем жарить с розмарином колбаски? Мы прям... Нет. Колбаски, травки все пойдут у нас вот в супчик, поэтому давай туда. Да, слушай, а селянки? Это селянка хорошее название, надо восстанавливать. Это. Селянка. Селянка сразу понятно, что это продукты села. Да. Хорошие, натуральные, качественные. А солянка, ты знаешь, солянка звучит так вот, ну, что было, накидали, а все вкусы смешали. Ну и гостей под вами угостили. Андрей. Да ладно, давай уже колбаску. Пойдем. Да, давай. А вот возьми такой, им удобнее потом, как да? лопаткой. Ну, да, попробуй, оцени такую конструкцию. Ах, слушай, не знаю, неудобный нож ты мне дал. Так нормально или крупнее? Отлично, может покрупнее даже. Они им все делают. Так лучше. Капусту китайскую режь. Да, вообще все. И устрицы открывают, вообще все едят. Да ладно. Да. Ну что, китайцы вообще все едят палочками. Даже. Да ладно. Конечно. Никак китайцу нет. Из деревни дашь вилку и нож, он их перевернет другой стороной и начнет есть. Как палочка? Конечно. Слушай, ну слюнки уже текут. Нет, я думаю, что вот этот сок из рябчиков мы все-таки не будем добавлять в суп. Не, очень жирновато, поджелудочная железа не выдержит, мне кажется, этого соуса из рябчиков. Здесь сливочное масло, жирочек вытопленный. Давай оставим, да, наоборот, у нас будет диетическая солянка. Диетическая, ну а это можно еще куда-нибудь использовать? Нет. Что, выльем просто? Конечно. Жалко. Запах-то, а? Да запах отличный. Вообще а разве были сомнения в колбасках? Солить будем? Да. А мы солить будем в кастрюлю все равно. О, зачем ты? Андрей посолил кафель. Он всегда солит кафель перед тем, как готовить, потому что тогда не скользит пол. Когда все будет готово, то процедив бульон через салфетку, заправить его горячей пассеровкой, положить сметану. Еще раз прокипятить и можно подавать.